Так, время 29, где-то. Салем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас приветствует Киев. Я с Украины разговариваю, да? Да, вы с Украины разговариваете, с Киева. Меня Василий зовут, а как вас зовут? Меня тоже Василий величать. Ну, тезка, будьте здоровы. С праздником вас! Сегодня в Казахстане праздник. Вы в курсе? В курсе, конечно. Да. Ну, смотрите, мне ребята вчера позвонили и сказали: Василий, ты там смотри, если еще не в курсе, завтра в Казахстане праздник. Заходи в Казахстан, и в каждом доме тебя встретят и взаимно тебе скажут. Вот. А какой праздник сегодня вы празднуете? Можно вопрос на вопрос? Ну, если вы еврей, пожалуйста. Я не еврей. Ну, задавайте тогда, задавайте. А, не евреям тоже можно, пожалуйста. У вас за спиной висит казахстанский флаг. Согласен. Это правильно. И это правильно. В честь вашего праздника я его подцепил, потому что я уважаю граждан Казахстана. Нормальных людей. Вы уже все вопросы мне сразу обрели, да? Нет, я еще никаких вопросов не задавал, Василий. Смотрите, мне сказали друзья мои, что сегодня в Казахстане праздник Наурыз. Это праздник... Нет. А как? Вас обманули. А что они сказали? Как? Почему обманули? Объясните. Наурыз? Угу. Он не 1 мая. Нет, сегодня марта, а не мая. Ой, марта. Я понимаю, вы имеете в виду... День тяжелый был, да. А, я вас понял. Смотрите, ну я понял, о чем. Этот, вы считаете, этот праздник должен праздноваться 22 марта, так? Вообще-то, да. Я согласен с вами, но говорят мне, может быть, меня завели в заблуждение, что прошлый президент Казахстана Назарбаев учредил его праздновать 1 марта. Этот день, я вам сейчас точно скажу, как правильно говорить. Вот. Украинский – это день подяки, день благодарности. В свое время ваш народ, казахи, казахстанцы, до войны, во время войны много народу приняли, когда их репрессировали, вывозили, и вот прямо в степи бросали, и очень много ваших людей спасло другие нации, и немцев, и татар с Крыма, и из Кавказа, и с Украины, и с России даже высылали людей в ссылку. И вот в честь... Вот... Василий! Угу. Василий, извиняюсь, что я тебя перебью. Тебе зачем этот бутер подымать? Не понял. Я говорю, зачем тебе этот бутер подымать? Вы считаете, что если должен быть такой праздник, возможно, в большем числе людей, которые его принимают, об этом не надо говорить? Зачем? Ну как зачем? Если человек человеку друг и брат и помог в свое время... И этих людей почти... Подождите, вы о чем говорите? О какой человечности? О каком братстве? Вы считаете, я что... сейчас только что... Я сейчас полтора часа скачал вот эту чат-рулетку. И? Тут встречаетесь на чат-рулетке вы. Я до этого столько хамства наслышался. Я вам разве хамлю? Василий, я вам хамлю. Вы не понимаете, о чем вы говорите. Возможно, возможно. Расшифруйте тогда, пожалуйста. А что расшифровывать? Ну, если я не понимаю, о чем я говорю, тогда мне будет интересно от вас услышать, где я ошибаюсь, что не так. Вы хотите ворошить историю, праздники. Праздники они зачем? Праздники они были праздниками, и они останутся праздниками. Хорошо. 22-й Наурыз, Новый год, казахстанский Новый год. Угу. Вас это интересует? Ну, но... об этом мы поговорим. Далее. Хорошо. В Казахстане давайте поговорим.
Насчет 23 февраля, насчет 9 мая. Но сегодня не об этом. Вот послушайте Назарбаева. Подождите, при чем здесь? Давайте начнем с того, что 9 мая общий день победы. Украины, конечно, это не интересует. У вас категорически психология отказывается это слышать. Но вам интересен праздник Наурыз. Интересен, потому что это праздник благодарности. О, праздник благодарности. Праздник благодарности от Казахстана. Праздник благодарности от вас с какой стороны существует? Почтить. Скажите, мой добрый Василий. Почтить память. Скажите, мой хороший. Хорошо. Тогда я отвечаю. Почтить память тех людей, которые в свое время сделали людям, которые страждали, дали кусок хлеба, дали уют, крышу, возможно, еще что-то. Это плохо или хорошо? Я вам затрудняюсь сейчас на этот вопрос ответить, Василий. Я понял. Но это очень хороший вопрос. Ну, так очень вот. Хороший вопрос. Ну, тогда постарайтесь ответить. Да. Я вообще-то в последнее время в политику вообще не лезу. Так это не политика, это дружба между народами. А это и есть политика, кому если непонятно. Хорошо, тогда шире, если можно, пожалуйста. Шире? Ну да, раз вы понимаете так широко, что это действительно политика. Даже если это политика, то в моем понимании, в хорошем смысле слова, когда какой-то праздник объединяет народы. Разве это плохо? Любой праздник, который объединяет народы, это очень хорошо. Это равносильно, что как на 8 марта. Один раз в год женщину любишь, а весь год бьешь ее. Ну, это... Так и это. Так подождите, это вы констатируете... Теперь вам доходчиво я объясню. Не, не доходчиво. Один день встречается. Не, не доходчиво. У нас... Как не доходчиво? У нас любят жену каждый день. И 8 марта то же самое. И никто не бьет. В Украине жен не бьют. А если какие-то дебилы попадаются, что бьют своих жен, то на них есть управа. Понимаете? Бить. Ну вот. Бить. Вы уже практически ответили на мой вопрос. Не, я не вижу связи. Не видите связи? Да. Я сейчас только что, я вам ответил. 200 человек я сейчас разговаривал с бендеровцами, с хохлами там, с Украины. Интересно. Меня, блядь, грязи поливали. Можно с этого... А вы нацепили... За спиной, блядь, флаг Казахстана, и вы хотите, блядь, одним словом объединить народ и там какой-то праздник включить, и чтобы вас там все прям лелеяли, любили, что ли? Не, меня не надо любить. Я уважаю Казахстан и нет, своих друзей в Казахстане. И если вы не разделяете... Ну ты же надеешься, Василий, ну ты же надеешься на это? На что? Ну... Насчет дружбы, насчет уюта, приглашения, без бармак пожрать. Послушайте, если кто-то меня и пригласит, то это будет уже лично приглашение того человека. Я так чувствую, вы настроены агрессивно. Так или нет? Нет, зачем? Ну как? Я человек добрый. Да я вижу, вы сегодня... Рулетку только закачали, сказали, и разговаривали с 200 людьми. Как это возможно за один день поговорить? Так тут 3-4 человека достаточно. Вот сейчас вы со мной разговариваете. А я вам объясню. Речь короткая была. А, я вас понял. Речь была короткая. Типа дурак сам дурак? За. Типа дурак сам нет, дурак? Нет, зачем? А как? Ну, за, я не противоречу, не ругался, вообще абсолютно никак. Ну, со мной вы, сразу со мной вы перешли на повышенные тона. Со мной вы перешли на повышенные Чего? Тона. Ну, вы когда начали разговаривать со мной. А вот дело в том, что вы бы сейчас, если бы вы сейчас сдерживаетесь,
Вы сейчас еще немного и сорвете. Вот так держу себя прямо руками. Смотрите, боюсь, сейчас как там? Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что с собой то, что, то, что вы говорите, это обман. Это обман. Я все понял. Хорошо. На самом деле вы другой человек. Я совершенно другой человек. Вы другой человек. Очень другой. Но зачем вы обманываете людей? Почему? Ну зачем? Хорошо, давайте так. Я же вас раскусил. Да и все понятно. Это с самого начала было все понятно. Вы психолог. Это тут даже нечего говорить. Давайте о другом. Скажите мне, пожалуйста, ладно, обо мне. Зачем обо мне столько говорить? И давайте о вас даже говорить не будем. Скажите, как вы относитесь к этому празднику и все? Вообще, да. Абсолютно прям праздник души. Раньше был праздник души. Ну хорошо. Видите, как. Для всех. Да. Я все понял. Хорошо. Что можете передать казахам? Вот сейчас, вот считайте, что вас смотрят, допустим, 100 тысяч человек. Что вы бы им хотели сказать? А что можно сказать? Люди много в политике говорят. Угу. Люди много врут, много говорят. Ну, если из мнения моих мыслей, у меня сейчас сразу мыслях вспоминается мультфильм старый добрый таких советских времен. Кот Леопольд. Угу. Ребята, давайте жить дружно. Нормально. Хороший месседж. Все, я вас понял. И этот месседж, между прочим, касается не только казахов, а и всех наций, которые окружают вашу страну. В том числе и мою. Я с вами полностью согласен. Вот видите. А что там вы о Бендерах говорили? Как зарядит, так оно и ответит. Значит, смотрите, Степана Андреевича уже нет 62 года на земле. Это как надо было ему иметь такую силу слова своего, чтобы после его смерти через 62 года о нем люди еще говорят по сегодняшний день. Сильный был человек или нет? Я думаю, что это не то, что сильным назвать. А очень сильным. Я более склонен назвать его умным. Ну, естественно, это одно из качеств Степана Андреевича. Спасибо за комплимент. Ну. Значит, надо сказать, слава Степану Бандере. Можете так сказать? Ну, если можете, скажите. Смотрите, после этого надо сказать слава Украине, после этого надо сказать алга Казахстан и свободу всем народам, которые борются за свою независимость. Вы те времена с нынешними, я попрошу вас не путать. А я ничего не путаю. Я очень хороший водитель, педали не путаю. Все, Василий, вас сейчас услышат одну ли? Сейчас логика у людей какая? Ну, скажем так, язык очень богат. Сформулировать можно все, что угодно. Ну, перевернуть все, что угодно. Согласен, Василий, согласен. Ну. И на этом так я... Так что, что можно кричать? Надо сказать, слава Степану Бандере, слава Украине и алга Казахстан. И свободу всем свободным народам. Особенно тем, которые борются за эту свободу. Ведь смотрите, народы Кавказа, они находятся в тюрьме народов. И им нужна свобода, не так ли? Дагестану, Чечне, Кабардино-Балкарии, ингушам, всем-всем народам. Согласны или нет? Василий, я с вами полностью не согласен. Я вас понял. Я понял. На этой ноте. Так же есть и нормальные люди, так же есть ненормальные.
Если вы хотели бы узнать более интереснее, я бы вам рассказал. Но я это рассказывать не хочу. Вот это интернет. Хорошо, все. Я вас понял. Давайте попрощаемся красиво. Я говорю «Алга, Казахстан», а вы говорите «Слава Украине». Давайте. «Алга, Казахстан». Ну, сложно? Дружить надо. Ну, вот так скажем. Ну, согласен. Так я говорю, для дружбы, я говорю «Алга, Казахстан», а вы отвечаете? «Алга? Алга, вы знаете, что такое Алга?» «Вперед, Казахстан!» Ну, вперед. Вперед это что такое? Вперед. Это как вперед. 41 по 45. Вперед. Ура! Вперед к счастливому будущему. Ну, ты мне объясни мне, пожалуйста, Василий, как у тебя заключается? Это будет очень долго. Вот. Мой тайминг, вот, я тебе о чем и говорю. Мой тайминг давно вышел. Мне пора идти пить водичку и кушать манку. Все, Василий, давай. Слава Украине и алга, Казахстан. Так, друзі, Василь цей, бачите, які бувають Василі? Один на лівому березі Інтерхунта, а другий на правому. А третій ще є в Казахстані. От можете порівняти всіх цих Василів?